Несмотря на то, что Луна является нашим ближайшим космическим соседом, она до сих пор не изучена. Всегда повернутая к нам одной стороной, Луна тщательно охраняет свои тайны. В 1962 году ведущий специалист НАСА Гордон Макдональд помещает отчет в издание «Астронавтика». Вот что там сказано. Согласно анализу движения Луны, представляется, что она является полой. Ее внутренняя часть является менее плотной, чем наружные слои. В самом деле, представляется, что Луна скорее полая, чем однородная сфера. Даже школьного курса астрономии достаточно для того, чтобы знать, никакое небесное тело не может быть полым, только искусственно созданное. Одним из центральных вопросов во время встречи руководителя Советского Союза Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди был вопрос о дальнейшем исследовании космоса. В тот момент советская космическая программа намного опережала американскую. Дальше начинается череда необъяснимых совпадений. 22 ноября 1963 года в Далласе убивают Джона Кеннеди. 22 ноября 1963 года в Советском Союзе в результате заговора от власти отстраняют Хрущева. Позже при загадочных обстоятельствах погибает Юрий Гагарин. Поразительно, но человек, сумевший облететь Землю, разбивается на обычном самолете.